Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Boston Technic. Меня зовут Андрей. И сегодня, ваше внимание, представляю культиватор для скоростной обработки почвы КПМ-16. Культиватор в идеальном состоянии. 2021 года. Проработал всего-навсего один сезон. Имеет свои наработки, ну, наверное, менее 1000 гектар. Все рабочие органы в исключительном состоянии. Показываю подробно. Рама, все целое. В связи с тем, что приобрели немножко другую модель. Вот там вдалеке стоит, сейчас вам покажу. Да, вот видите, да? Вот. Этот культиватор решили продать. Но нареканий абсолютно никаких по данной модели нету. Поэтому очень рекомендую к покупке. Он полностью исправен. Никаких вообще проблем нету. Резина. Ну, что там говорить, новый есть новый. Приобрести как за наличные, так и по безналичному расчету. Также предоставляем кредит, лизинг. Друзья, обращайтесь, звоните нам, пишите, а лучше приезжайте в гости. Мы находимся в городе Волгоград, улица Историческая, 183. Спасибо за внимание, до новых встреч.